С жалобами на действия управляющей компании стали массово обращаться жители сразу нескольких районов Волгограда. Дело в том, что коммунальщики представили людям к оплате счета за освещение мест общего пользования. Суммы в некоторых случаях получились весьма солидные – в несколько тысяч рублей. Насколько правомерно предъявление подобных квитанций, выясняла Елена Мурмилова. В январских платежках за коммунальные услуги многие волгоградцы обнаружили у себя дополнительные суммы в графе «Электроэнергия» с подписью «Общедомовой счетчик». Причем в некоторых случаях, так сказать, добавка достигала 5000 рублей на одну квартиру. Возмущенные граждане стали жаловаться на действия управляющих компаний, и выяснилось, что принципиально те правы. Электричество, которое тратится на освещение лестничных клеток, работу домофонов и лифтов, должно быть оплачено самими квартиросъемщиками. Потребители должны оплачивать все коммунальные услуги ежемесячно. То есть должны нести бремя этих расходов периодичностью, с периодичностью в месяц. Однако управляющая компания в нарушении закона несколько, у кого-то месяцев, у кого-то лет, не начисляла эту плату за электроэнергию, которая горит у нас на площадках. То есть фактически коммунальщики имеют право и даже обязаны брать с жильцов эти деньги. Однако они серьезно нарушили закон, выставив счета разово за несколько месяцев или даже лет. Мало того, в ряде случаев вызывают сомнения формулы, по которой начислялась плата за общедомовые нужды. В любом случае, потребители имеют право получить разъяснение в своих управляющих компаниях. Вы можете обратиться с заявлением управляющей компании. Если управляющая компания не реагирует на ваше заявление, это тоже является нарушением закона. Таким образом, волгоградцы, которые получили квитанцию с увеличенными суммами, все-таки должны будут их оплатить. Но они имеют полное право не делать этого, пока управляющая компания не предоставит расчетов, на основании которых и сделана корректировка. Кроме того, в случае, если сумма доплаты слишком велика, жители могут написать заявление о рассрочке платежей. Кстати, взимать пени за несвоевременную оплату этих квитанций управляющей компании не имеет права. Елена Мурмилова, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».